Отак виглядить ручно кульцювати торнадо, без нагрузки спину, позвоночник. Обрабатывать почву любой плотностью, удалить большие и малые сорняки, сделать аэрацию почвы, разогреть при створенной части деревьев. Ну, нагрузка на спину, мне кажется, на позвоночник, на руки все равно есть. И покажу, вот так он собирается. Стоит 1100, доставка 250 рублей. Так выглядит торнадо. Из двух частей состоит. Из трех. Раз, два, три. Вот это прикручиваете. Прикручиваете, это все регулируется. Отдельно продаются специальные такие, ну, чтобы не натирало. Вот сайт, обязательно ссылочку оставлю. Так, почти он работает. Опа! Захват пошел. Крути, крути. Да вот она уже. В серединку тогда. Вот, давай здесь крути. Вот, она все вылезла. Просто тут земля такая вскопанная. Все. Она просто большая. В серединку попади. Вот, да, вот здесь прям самый центр. Крути. Все, все. Вытаскивай, она уже вышла. О, вышла. Все. Ну, сколько травы. Все сорняки от травы.